Попробуем сейчас познакомиться с красивой девушкой. Кажется, она из Испании. Я правильно понимаю, вы из Испании? Sí. ¿Cómo lo has sabido? Если как было известно, странно, окей. Из какого города? Yo soy de Madrid. ¿Tú de dónde eres? Я из Москвы. Yo he estado en Rusia dos veces. А я был в Испании три раза. ¿Y dónde has estado? Я был по работе в Мадриде и его окрестностях, а еще в Барселоне. Barcelona es muy bonito porque tiene mar. Я удивлен, эта штука помогает нам разговаривать. Sirve para eliminar el miedo a viajar. Йоу. Как долго вы в Лиссабоне? ¿Cuánto tiempo en Lisboa? Llegué el lunes y me voy el domingo. Прибыть в понедельник, и я собираюсь в воскресенье. В воскресенье домой. Sí, y antes voy a viajar por Portugal. А вот это он не понял. Voy a viajar por el país de Portugal. Как жаль, что я не могу присоединиться к этому путешествию. Qué lástima que no puedo formar parte de este viaje. En otra ocasión será. Но у нас получился какой-то очень формальный разговор. Tenemos una muy completa de una conversación formal. Parece que Google Translate nos ha ayudado. Я какой-то не очень вежливый джентльмен. Мне же надо было сначала спросить, как вас зовут. Me llamo Anaís. Как сказать по-испански, что Анаис, вы очень красивы? Como se dice en español que era de un muy buen. Repite otra vez esta frase, por favor. Анаис, у тебя очень красивая прическа. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, это я понимаю, и без перевода. Спасибо большое. Gracias. Bien. Thank you very